Всем здорово, ребят. Ну что, веселые новости. Кому-то очень веселые, кому-то не очень. У нас на Тайване сегодня будет обновление. Вот оно начнется в 8 утра по Москве. Будет приблизительно 4 часа. То есть где-то в 11-12 по Москве запустится. Что будет интересного, сейчас покажу вам. Сейчас пробегусь по акциям, посмотрю, что тут. Ничего не поменялось. В общем, веселая обнова будет, будет добавлен новый герой. Поехали, сейчас пройдемся по основным пунктам, что пишут на тайванском форуме. Новый расширение Хоркухан, так вот переводится как-то оно, добавлены расширенные атрибуты и бонусы к атрибутам. Не знаю, будет ли это с чем-то связано, скажем так, интересным в плане улучшение усиления героев, либо же просто будут расширены какие-то способности. В общем, непонятно пока что. Дальше. Добавлен 10-й уровень таланта. Можно оплакивать новый уровень скорбной пропасти команды. Так переводится. Ну, скорее всего, это будет полная жесть. Я вам сейчас покажу 10-е таланты, они есть в файлах игры, по-моему, здесь, или где-то я, короче, их видел. Ну, сама суть, что будет следующая прокачка талантов. У нас, по-моему, здесь 9 максимально. Будут 10-е, я не знаю, чем мы их там качать будем, сейчас я гляну. Где-то у меня... А вот ребята в этой группе Castle Clash скинули. Не будем искать. Так, описание 10-х уровней. Оживление воскресить 2 раза, каждый раз с восстановлением 100% очков жизни. Ну, нормально, в принципе, 100% восстановление. Тяжелый удар, ты ушка, 40%. Вернуть в кому противника на 3,5 секунды. Ремка, 100% энергии в начале боя. Увеличивает атаку на 120 в течение 10 секунд. Короче, жесть. Ожог 85% на полную невосприимчивость к атаке противника. Это просто аут, ребят. Самоуничтожение 1900. СУшка 20% шанс нанести в 21 раз больше. У меня будильничек заработал. Все, не играет нормально. Поехали дальше. Огненная защита, отражение 55%, увеличение здоровья на 80%. Ракушка 50% на отражалку, разброс 100% энергии снимает у 4 героев и снижает энергию противника при 100, на 100 при атаке, то есть он не зарядится. Замедление 60% будет иметь, бег 90%, берг 120%, каменка 80%, бог войны 190% будет давать. Стойкость 220, утекание 25 с каждой атакой, просвет, опыт 135, бастион по 120 будет давать процентов, корка 40% на 100 энергию забрать у троих, так, ярость небес 45% на оглушение, приговор, это такое воодушевление, генерирует 60 энергии, то есть за 2 секунды у вас герой будет заряжаться, также увеличивает здоровье на 80, гнев 50 крита, точность 40, ложный 150, атаки 12, уклонения, грубая сила 130 и полтора, увеличение крит урона, железка 27 секунд, 27 секунд, атака на 190%, исцеление, восстановление энергии героя 160, восстановление уровня привлечений 160, священные гони со максимальное плюс 120, получаемый 70, обалдеть. ППшка 240 атаки и 15 увеличивает получаемый точно так же. Рвение плюс одна клетка 120-50, дар 160 и 70% снять, раскол 10 тысяч плюс 100, 20 шанс 26%, ну это фигня. Выживание 2400 тоже то же самое, изворот. Изворот, когда герой атакован 100 энергии. Кулдаун 2 секунды, тоже очень круто. Милости это понятно. ПДшка 150 и ограничение 5, маскировка.
250. Скорость атаки на 120. Что-то было. А, это началась обнова. Ну, вот можно, кстати, сразу же перейти на форум ихний. Огонь жизни, 160 шанс крита, плюс 90, когда не менее. Короче, ребят, полный трэш. Так, у меня есть оно переведено в нормальном переводчике. Дальше. Новый уровень наступления команды. Одинокое море отчаянного. Не знаю, что это такое, но походу это новая локация будет, скорее всего. Как ребята перевели, одинокое отчаяние. Ну, то же самое. Новый герой-мастер. Навык Fear, страх, хаос, катаклизм. Описание окружающим вражеским героям. Устраняет энергию, забирает энергию, уменьшает скорость накопления энергии. То есть анти-наборщик уменьшает только энергию, получаемую во время атаки. И атаки вот так вот. И рассеивает эффект усиление, время охлаждения, иммунитет героя к головокружению, страх, управление защиты к травм, заставляет молчать вражеских героев. Оу, это новый блокиратор у нас будет, походу, тоже веселый, как и Ара. Новая мода для героев, непонятно, что это такое. Короче, будет интересно. Новые облики у нас будут. Ребята написали новые облики, не знаю, откуда они будут. Получать новая мода для героев. Ну, вот здесь вот это, наверное, Ронин и бог Циньфен. Не знаю, что это такое. Это, наверное, новый герой так будет называться. У меня просто мастер страха. Так, что у нас будет еще? Настройте героя, кулдаун атакует спецэффектами. Настройка героя. Колдун атакует колдуна и атакует спецэффектами. Оптимизация вознаграждения за утраченные земли. Непонятно. Эффекты атаки варлоки. Оптимизация наград в ЗБшке. Наверное, забытые. Так. Может, поменяют нормальные награды, сделают. Регулировка спецэффекта кнопки апгрейда. Скопируйте настройку интерфейс дисплеев. Настройки копирования будут, непонятно. Возможно, сделают копирование точно так же, как и в новой версии. Увеличенный верхний предел до 430, то есть, ну, добавили места, плюс один герой, ошибки, из-за которой отображалось исключение после проверки соответствующих параметров, учет в битве. Ну, короче, такое остальное. В общем, что имеем по обнове? Судя с того, что есть уже, у нас будет новый герой, скорее всего, не донатный, посмотрим, он имбовый, не имбовый. У нас будут 10-е таланты, это будет веселуха, посмотрим, как их качать, непонятно еще ничего, но думаю, тоже весело, возможно, будет новая локация, но хватает только 10-х талантов. Это будет полная жесть, потому что некоторые таланты это просто отпад. На максималке это еще будет больше трэш. Ну, соответственно, потом будут и 10-е руны на следующую обнову, я думаю, где-то так. Что у нас такого еще интересного? Новых талантов, не знаю, не добавили. Короче, вот так вот. Что-то веселое, думаю, будет. Новый герой, не знаю, интересно будет посмотреть нового героя. Не добавили у нас, наконец-то, новых талантов, новых чар, новой какой-то хрени. Добавили очередную сырую локацию, скорее всего, какую-то для фарма. Ничего не сделали по оптимизации прошлых локаций, как обычно. В общем, движемся все туда же. Посмотрим, какие атрибуты добавлены. Вот интересно будет посмотреть, можно ли будет как-то перекачивать героя или что. Вот это интересно. Ну, а так, по сути, больше ничего интересного не добавили. То есть, такая обнова, ну, непонятная. Непонятная обнова, но будем надеяться, что все-таки что-то изменится в дальнейшем будущем.
Может, они нас услышат хоть как-то. В общем, пишите в комменты по поводу того, что вы думаете, по поводу десятых талантов, как они вам. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите сегодня кучу видосов. Всем удачи, всем пока.